Я работаю 40 лет в аэропорту. Я бы хотел, чтобы в это время, чтобы аэропорт дальше работал, чтобы не закрыли его. В связи с тем, что наш край богатый, люди наши за кордоном. И, значит, в любом случае аэропорт наш должен работать. Перед нами уже за 4 месяца, за 5 месяцев борт по зарплате мая. Такое, что могут нас или закрывать полностью, и больше аэропорта в нашем крае, в нашей области не будет.